Испания. На пляже вдвоем. Мячик валялся на пляже такой хороший. И решили сыграть в футбол. У меня Орешек думает пробить. Но хрен там он пробьет. Давай, Ореша. Я верю в тебя. Оп, 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 оп. Профессионал. Рональдо отдыхает. Ой, 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 да набивает еще. Оп. Цыгаль, цыгаль, алюли. Ну, Ореша, давай. Оп, оп. Олег Попов отдыхает тоже вместе с Рональдо. У Ореши плавки великоваты, немного соскакивает. Оп, куда-то пробил. Куда, сам не понял. Давай, Ореша, я верю в тебя. Ты забьешь лучший гол мира. Лучший гол мира. Да. На ту сторону пляжа. Хорошо, пляж маленький. Оп! Куда-то в камни. Зампидюжил. Штормом прибило мячик. Хорошо, что шторм есть. Трусишки немного можно потянуть. Вот так. Вот что значит камни. У нас тут камни лежат так, дрон, Нюшкины груди, потом кто еще? Да, крокодил тут камень. Так, где наш крокодил? А я его уже потеряла. Вот он, крокодил. Крокодил, вот он. Только он уже что-то на крокодила перестал смахивать, он стал больше на буйвола похож. Рога только приделать. Так, где же Нюшкины груди? Так, Нюшки на груди что-то сегодня залило. Вот не две. А дрон... Ай, блин, волна. Дрон вон он, лохматый лежит. Не пойду туда. Шторм. Шторм прибил меня к берегу. Все? Ореша, все? Все, мой Ореша. Ну, как всегда, палец сбил. Кровь идет, а? Ты сегодня красный, как рачок. Завтра буду, как драчок.